На что нужно сделать упор, чтобы воплотить в жизнь стратегию развития страны и войти в тридцатку самых развитых государств мира? Об этом шла речь на встрече активистов общенационального движения «Казахстан-2050» с общественностью Талдыкургана. Главными факторами благополучия казахстанцев являются мир и общественное согласие, трудолюбие и правильно выбранный политический и экономический курс нашего государства, считают участники встречи. Практически во всех областях просят уделить особое внимание духовному воспитанию молодежи. Потому что мы все понимаем, то, что это наше будущее. То, что лет через 10 тем, кто сейчас 15-16, им будет уже под 30, и они будут двигать наше государство, они будут основной движущей силой нашей экономики.